ефірі пропагандистки з Кабієвої вирішили вчергово підняти тему мирних переговорів. Ті почали розказувати про плюси та мінуси такого розкладу для Росії. По мірі того, як становиться очевидно для западних лідерів, що так називаємо контрнаступлення української армії стратегічних цілей не достигло, там все більше і більше настойчиво видвигається тема проведення переговорів з Росією осінню цього року. Осінню, в початку зими. Ради этого собирали в Саудовской Аравии глобальный юг, для того, чтобы страны глобального юга сказали нам, что надо бы вступить в переговоры. Ради этого будут запускаться различные, даже самые экзотические истории. Например, из чулана достанут нашего старого знакомого, ковид. Мы же уже забыли об этом. А тут вдруг внезапно Всемирная организация здравоохранения и американские эксперты вспомнили, что ковид-то существует, болезнь-то продолжается, а мы почему-то не карантиним. Более того, американские эксперты заявили странную вещь. Они сказали, что в декабре, они точно знают, может появиться более смертоносная версия ковида. Это прямо противоположно всему тому, что нам рассказывали вирусологи в течение 3 лет. Нам говорили, что по мере того, как вирус распространяется в популяции, он становится все более и более адаптированным. Он все меньше и меньше угрожает жизни человека. ВСУшников отправят на изоляцию. А тут вдруг, да, вас вполне возможно. А тут вдруг нам рассказывают, что новый, еще более смертоносный вирус, американским вирусологам виднее, они по всему миру с этим вирусом работают. Ну, по-перше, вирус – це ви, росіяни, і українську армію це точно ніколи не зупинить. Що там далі у вас? Вот, тем не менее, разные идеи будут использоваться для того, чтобы надавить на нас, и сказать, давайте все-таки начнем мирные переговоры. Мы от переговоров, как таковых, президент это подчеркивал, никогда не отказываемся. Поэтому давайте спокойно, без эмоций, разберем этот кейс. Мирные переговоры. О чем они могут быть? Могут ли они быть о заключении полноценного мира? Думаю, нет. Потому что минимальные условия, подчеркиваю, минимальные, на которые может согласиться Россия, это безусловное признание всеми странами территориальной целостности Российской Федерации, территориальных реалий, как говорит президент, учитывающих нашу Конституцию, то есть новых субъектов Федерации. Алло, ну як вписали, то вашу Конституцію так швиденько і випишете. Вам не звикати, бо ваша Конституція – це, ну, звичайний туалетний папір, нічого не варта. Это нейтральный статус Украины, и это отмена санкционного режима. Но то, что Зеленского режим сметет могучий ураган, как только он это подпишет, внутри Украины, это очевидно. Но на это не могут пойти и западные хозяева Зеленского, потому что это будет означать полное и тотальное поражение НАТО в борьбе с Россией. Значит, единственное, о чем могут вестись эти переговоры, о временном прекращении огня, то есть о перемирии, о том, что мы останавливаемся на линии фронта, это объявляется демаркационной линией. Спокойно, без эмоций. Разбираем плюсы и минусы для нас в этом вопросе. Какие теоретически могут быть плюсы? Мы даем армии отдохнуть, проводим ротацию. Мы довооружаем армию, поскольку наша оборонная промышленность работает все более и более интенсивно. А если перемирие, что вряд ли, да спокойно дотянет до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, там может произойти смена администрации, новая администрация может занять более реалистическую позицию, и тогда станут возможны реальные мирные переговоры. Наконец, последнее – это перемирие, прекращение огня. Тут же вызовет политические проблемы внутри Украины. Зеленский будет вынужден отменить военное положение, назначить выборы и Рады, и президента. Начнется внутренняя дискуссия об эффективности боевых действий, об эффективности управления. Начнется некоторое легкое похмелье внутри Украины, когда они будут реально, не в ажиотаже, оценивать цену, прошу прощения за тавтологию, войны. На этом плюсы заканчиваются. Теперь давайте посмотрим минусы, которые для нас будут возникать. Довооружаться будем не только мы. Довооружать, причем очень интенсивно, в этот период времени будут Украины. Это безусловно так. Мне кажется, что на сегодняшний день, и, наконец, самое главное, все, что вы перечислили, указывает на то, что нет оснований для начала мирных переговоров. Я думаю, тут надо разделить. Продолжение боевых действий, начало мирных переговоров. Кто сказал, что мирные переговоры с посредниками, без посредников, нужно обязательно начинать, прекратив боевые действия? Мирные переговоры могут идти сами по себе,
боевые действия могут продолжаться сами по себе. Кто на сегодняшний день, чья армия в большей степени нуждается в перемирии? Мы? И ничего другого в голову не приходит, кроме как демонтажа режима Зеленского. Кремлівський пропагандист Соловйов вже відкрито погрожує всьому блоку НАТО. Выяснилось, что и оружие натовское, сегодня Сергей Кожугетович точно сказал, сильно переоценено. И подготовка натовская сильно переоценена. Я думаю, может, мы это учтем при наших планах? Не, ну реально говоря. Ну если так пошло, они почему-то считают, что они в домике, что вот они сейчас вот находятся в НАТО, и блок НАТО их спасет. А с чего они так решили? На практике это никто еще не проверял. Конечно. С чего они решили, что блок НАТО их спасет? Системы ПВО у них нет, они все, что у них было, отдали Украине. Мало этого, достаточно неэффективно. Они сейчас единую армию из себя соберут. Я посмотрю, как будут биться бок о бок. Кто? Поляки, немцы и французы? Французы, которые надрали в Африке так, что они бегут, остановиться не могут. Это что, Заника, войны? Из Афганистана как драпали американцы. Чего они где не победили, чего не могут? Это такой вопрос пока очень открытый. А пропагандист Попов той, що чоловік пропагандистки Скабєєвої, бідкається, що ніхто не розглянув гарантії безпеки Росії. Де все, що вони хотіли, це просто, аби Україна не вступала до Альянсу, бо це опасно. Нет никаких поползновений к тому, чтобы обсудить российские гарантии безопасности. Письмо Путина в декабре 2021 года. Было посвящено гарантиям безопасности. Нейтральная Украина – это не потому, что нам хочется, чтобы украинцы были в одном лагере или в другом. Нам, по большому счету, было все равно. Мы признавали суверенитет Украины. Який цинізм? Кажуть, що вони білі та пухнасті визнавали суверенітет України. Но Украина в НАТО – это опасно. Опасно для российских граждан, для экономики и для жизни. Вот это, конечно, они не хотят признавать. Они все это прекрасно понимают. Не хотят признавать. Вот Болтон теперь опасается, что придет Трамп снова, что вот он изменит ситуацию, не будет поддерживать Украину. Понятно, что все то, что делается вокруг этого уголовного дела, шито белыми нитками. Понятно, что Трамп, конечно, не пытался захватить власть насильственным путем, свергнуть кого-либо или что-то еще. Он высказал свое мнение о выборах. А ще ті обговорюють, посадять чи не посадять. Ну, і звісно, це вони не про свого кривавого злочинця Путіна, а про колишнього президента США Трампа. Я так понимаю, что, наверное, вопрос посадят, не посадят, он скоро у букмекеров будет вот самым таким. Один из топ-популярных. А уже принимают? Ну, я знаю, ставки делают. И чего? Ну, пока не верят, что посадят, откровенно говоря. Почему, как вы думаете? Ну, потому что, если бы хотели посадить, то посадили. Посадить Трампа с его вот этим культом собственной прически в тюрьму, да, который в ши, наверное, его должно это пугать. Нет, ну, Миджорни уже все нарисовала, я имею в виду сети, там, как это должно выглядеть. Но нет, пока мало кто верит, я сам не верю в то, что Трампа посадят, потому что если бы хотели посадить, посадили бы. Другое дело, что сделать его токсичным, вот этим как раз активно и занимаются. Я помню, как Ельцин с моста падал. И, ну, у него, в общем, и до этого моста было все неплохо с популярностью. Да. Но когда Ельцин упал с моста, как-то вот все это имидж полетел. Битого сыграл хорошо. У американцев это не работает, Георг Валерьевич? Или тоже работает? Потому что, мне кажется, они на своих руках просто несут Трампа в Белый дом обратно. Ну, ирония в том, что, во-первых, антирейтинг Трампа не вырос. Он как бы был в районе минус 18, минус 19. 53% согласно опросу Associated Press. Вить, посмотри, пожалуйста, социологию. 53% минус 18. Я могу вывести на ее на экран, пожалуйста. Он как и был, так и остается минус 18. Но Трамп на в общем голосовании подтягивается к Байдену. Если раньше между ними было 3-4% разницы, то сейчас, вот вы привели опрос, один гарвардский, да? Ну, видимо, это совсем про трамповский опрос. Средний взвешенный 44,7 против 44. То есть, грубо говоря, объясняю, пацаны. Американцев, смотрите, вот как. Как вы считаете отношение избирателя американского к кандидату на пост президента, который является таким вот страшным преступником? Он совершал столько преступлений, что его можно уже учитывая на 1000 лет... Учитывая колоссальное недоверие американского избирателя к американской же прессе, у Трампа сейчас рисует не образ страшного преступника, а образ жертвы американской системы, коррумпированной. И не просто жертвы, а жертвы, которая героически сопротивляется до победного конца. Это очень привлекательный образ для американского электората. Некоторые подразумевают, что Байдену выгодно, чтобы Трамп выбыл из гонки. Напротив, Байдену выгодно, чтобы Трамп стал номинантом республиканской партии, но при этом был настолько дискредитирован, что победит Байден. Потому что человек, который находится под таким количеством статей, в таком количестве штатов, и более того, когда речь идет о несколько еще моментов, если иногда говорится о том, что Трамп, если он победит, сможет сам себя помиловать, нет, не сможет. Потому что помиловать президент может себя или любого другого только по федеральным статьям. А сейчас его специально подводят в Джорджии и в других штатах под штатские статьи, по которым президент США помиловать себя не может, и никого другого тоже. Ни Джулиани, никого другого.
Еще, что немаловажно, по этим статьям приходит и Марк Медоуз, и уже говорили бывший мэр Нью-Йорка, Руди Джулиани и другие. Какой сигнал это посылает тем, кто работает сейчас и собирается дальше работать в избирательной кампании Трампа? Что если они будут вести себя слишком агрессивно против кампании Байдена, то вполне возможно, что на них тоже обратят особое внимание. Правильно? И кроме того, если выборы, кроме того, выборы, за что судят? Значит, если, вот происходят сами выборы в ноябре следующего года. Учитывая что, статьи, по которым эти люди проходят, готовы ли будут бороться за каждый голос и считать правильно члены избирательного штаба Трампа, зная, осознавая, что их может ждать? Значит, образец поэтому, демократии. Я поэтому говорю, поэтому это сигналы конкретные и прямые и проходят. Готовы ли будут бороться за каждый голос и считать правильно члены избирательного штаба Трампа, зная, осознавая, что их может ждать? Значит, образец поэтому, демократии. Я поэтому говорю, поэтому это сигналы конкретные и прямые. Тим часом зрадник України Ілля Ківа знову висловив свою нікому не потрібну думку. Курск, Тернополь – это все то, что сегодня уже нанесено на карты новой Польши. И, к сожалению, украинцам бы осознать, что на сегодняшний день их действительно истинный враг – это поляк, это католическая церковь, которая уничтожает украинский народ, который является частью русской цивилизации и уничтожает православие. Вот что в действительности происходит. Трагедия украинского народа, но сегодня они одурманены. И у нас есть возможность, какая? Донести правду, освободить, укрепиться и дальше, ну и дальше, я думаю, расширять границы Российской империи. І просто не віриться, що це колись сиділо в Верховній Раді та вирішувало, як жити Україні. А вже в іншій студії пропагандисти вирішили розказати, чому це російські окупанти почали тікати з деяких населених пунктів. Ні, Сергій, дійсно, це так і відбувається. Ціною героїчних подвигів наших хлопців, сьогодні те, що відбувається на лінії бойового соприкосновення, ви бачите, у мене лице горіше, кілька днів теж був в полі, і, безусловно, розумієш, причем не в гуще событий, а, как говорится, недалеко. Очень тяжело понимать и чувствовать происходящее, конечно, с точки зрения, когда люди вот пишут там комментарии о том, что вы там бросили, там один населенный пункт, там второй, где-то вы отошли. Знаете, я всегда отношусь с точки зрения, всегда должна быть обычно не абстрактная, нормальная логика. В этой логике есть понимание ведения боевых действий с точки зрения командира, который находится на том или ином направлении. Если он видит о том, что есть возможность отвести подразделение, при этом понятно, что там есть населенный пункт, который важен, какой-то не важен, там какая-то высоточка, ну а в целом разговор идет. И я как командир, который действует, я всегда исхожу из того, что мне лучше сохранить личный состав, отвести подразделение на запасные там рубежи, подготовленные, именно подготовленные, и дальше обороняться. В случае, когда по левому либо по правому флангу мои товарищи там уже, как говорится, фланги выровняли, тогда можно заново немножко наступать и немножко продвигаться вперед, для того, чтобы снова отбить позиции. Это нормальная практика. И сказать о том, что у нас есть бегство или у нас есть понимание того, что нам все равно придется уйти на третью линию соприкосновения, подготовленную, нет. Это все тактические мероприятия. Оборонятися? Ну, то давайте біжіть до своїх кордонів, беріться за ручки і бігом до свого болота. Як вам таке тактическое мероприятие? Нічого хорошого нет. Придется терпеть и выживать. Це, якщо коротко, так пропагандисти коментують отрицательний рост свого рубля. Значить, нічого хорошого в тому, що долар за 100 или долар за 95 нет. Нет, не только потому, что вырастет импорт, значит, прямой, и потому что через комплектующие вырастет. Вырастет же цена товара, в том числе, если вот эту ситуацию не исправить, в том числе из Китая, из Индии, откуда угодно, потому что все эти валюты тоже к доллару привязаны. Когда рубль падает, доллар ослабевает, он ослабевает автоматически к другим валютам. Поэтому здесь хихикать, радоваться... Не хихикать, я просто задаю вопрос, а как же... Картиночки. А как же, ну, слушай, картиночки наш нормально. Наш народ всегда с юмором воспринимает, да, это как раз неожиданное причина. Когда мы говорим о том, что вот мы можем без доллара обойтись, получается, не можем. Или я не прав? Давайте так. Значит, без доллара обойтись пока не может никто. Вот раньше была такая валюта, фунт стерлингов, такую же функцию выполняла. Потом это стал доллар. Почему доллар? Потому что в долларах в основном идут расчеты по всему миру, потому что доллар удобен всему миру, а мы не можем быть, как бы, какие-то правила сами придумывать. И Китаю, и Индии, и все кому угодно, доллар удобен, да, они потихонечку, идет процесс, то же самое дедоларизация, но этот процесс растянутый на десятилетия, на, ну, 10, 15, 20 лет. Ни за какой год, за год не произойдет. Надо, что ли, немножко? А терпеть придется, потому что, еще раз говорю, нам... Таких представителей лет через 15-20 уже. Вы понимаете, от того, что мы, скажем, мы оказались... Наконец-то мы дожили. От того, что мы отказались от доллара, вы понимаете, нам придется что-то покупать, например. А продавец продает за доллар или там за евро что-то продает. И вот мы приходим и говорим, а не хотим доллар у вас покупать, давайте-ка за рубли. Он скажет, ну идите, ищите продавца. Вот в чем, собственно, проблема. Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Изменился торговый баланс. Импорт, соответственно, нарастился с одной стороны. С другой стороны,
У нас очень много компаний сейчас выкупаются за бесценок, в том числе. Это требует валюты, это тоже влияет. І на цьому фоні диктатор Путін одразу побіг скликати нараду та готувати валютні обмеження. Адже надзвичайне підвищення ставки на 3,5% пункти не змогло зупинити падіння рубля. Ключова ошибка в оцінці заключається в тому, що ми неправильно оцінюємо травну точку. Нам кажется, что рубль, наша экономика в широком смысле финансовой системы, такой блестящий новый гоночный болид, в который достаточно посадить классного пилота, например, Шумахера, и этот болид сразу всех победит. Ну, во-первых, у нас не шикарный гоночный болид, а машинка, которую мы несколько раз уже там многократно проводили через капремонт. А сейчас мы, даже деталей нет. У нас ситуация, когда дорогу перед нами, дорожное полотно по этой гонке постоянно ковыряют наши противники, создают такие препятствия. У нас ситуация, когда то гололедится, то жара, то еще надо резину менять. То есть я к чему говорю? Конечно, роль управленца, того, например, Центрального банка, она, конечно, никто не снимает. Но есть масса факторов. Мы под очень серьезным давлением. Поэтому кидаться камушками, кидаться какашками или еще чем-то, и говорить, что это вот какие-то неправильные решения. Послушайте, да, финансовому блоку был удобен до определенного предела слабый рубль, потому что это наполняло бюджет. Но не до 100 рублей, не до 90, не до 95 рублей. Я пытаюсь понять, как нам нужно, может быть, измениться, чтобы меньше вот на все вот это 95, 98 и так далее обращать внимание. Сейчас уже меньше обращают внимание, потому что, представьте такую ситуацию, например, лет 10 назад люди бы как-то бегали по Москве. Очень простой рецепт. Не надо истерить. Да, нужно понимать, что мы сейчас в определенных условиях находимся. И не нужно думать, что есть волшебная палочка, и вся проблема в том, что этой волшебной палочкой никто не машет. Проблема в том, что мы в условиях, мы выживаем сейчас. Ну давайте прямо говорить, мы выживаем. Так, Антон Ильич, хорошо, да. А вы как-то начали за здравие, кстати, а кончили за упокой. Ну и чтоб якось ось всі ці тривожні для росіян новин, так би мовити, перебити, депутат Російської Думи Гурульов в ефірі пропагандиста Соловйова знов почав розказувати про ядерну небезпеку. Той каже, що треба визнати, якщо ядерна зброя є, то рано чи пізно вона буде застосована. А ще наголосив, що Росія свою зброю до Білорусі також не просто так привезла. Если возьмем взять ядерное оружие, надо признать, что ну, если оружие есть, оно рано или поздно где-то будет применено. Уже первое применение было в Хиросиме и Нагасаки, про это не надо забывать, когда мне сегодня говорят, ну вроде все договорились о том, что это ядерное оружие не применять, не распространять. Но я хочу напомнить, что все эти договоры, они, по сути, филькины грамоты. Сколько этих договоров, которые Соединенные Штаты Америки точно так же выкинуло в корзину, в том числе нам, и по противоракетной обороне, и остальное. И, по сути дела, на данном этапе министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики говорит просто те вещи, которые явны, их видно. И сегодня, видимо, Северная Корея, она для себя ставит основной целью, задачу, это оборона своей страны, в том числе в ядерном конфликте. Для них другого варианта нет. Поэтому они к этому так и относятся. Я думаю, что на сегодняшний день, ну, когда мы говорим, ну, у нас есть ядерное оружие, но мы его никогда не применим. Мы его в Белоруссию зачем привезли? Просто похоронить, оно у нас плохо лежало на наших складах, что ли? Ну, давайте на вещи смотреть реально. Мы же тоже люди не глупые, прекрасно это понимаем. Ядерное оружие – ничто иное, как достояние всего российского народа, которое имеет право его применить в случае угрозы Российской Федерации. И, наверное, здесь это надо поставить точку и больше по этому вопросу не заморачиваться. Теперь то, что происходит на фронте, для меня самое главное, конечно, итог, то, что, ну, понятно, что этим контрнаступление, с которым мы как списанные трубы носились практически 2 месяца, накрылось медным тазом, и так предельно понятно. Да, тяжело, да, где-то неоднозначно. Но сегодня массовый героизм наших воинов, он просто переломил ту ситуацию, которая есть. Я бы здесь сделал тройку. Это массовый героизм наших воинов. Это подвиг нашей промышленности, которая в кратчайшие сроки раскрутила производство того, что необходимо на войне. Третье – это общество, которое полностью сплотилось и поддержало наши вооруженные силы и нашу промышленность, всех остальных. И четвертое, самое главное – это наш президент, который все это объединил и направил в нужное русло. Вот эти моменты ключевые, 4 момента. И они у нас получились. Они у нас не просто получились, хорошо получились. Сейчас критики, которые там визжат на остальные каналы, да у нас того не хватает, у нас всего не хватает. Это не значит, что мы не должны работать. Я вообще, в принципе, не видел, чтобы везде всего хватало, априори. Но это не повод для визга и паники, а это не что иное, как исходные данные для принятия решений на будущее. И смотреть надо не сегодня, а завтра, а за горизонт. Шок. Кремлівська пропагандистка Скабєєва у прямому ефірі визнала, що Крим не частина РФ. Вот сейчас как раз шло обсуждение Таурус. Решение практически принято. И по заявленным цифрам 500 километров. Но на самом деле потенциал Тауруса несколько иной, до 750 километров. Плюс возможность расширения потенциала топливных баков, это еще 15%, и итого мы получаем 900 километров. Ну, очевидно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они, скорее всего, будут по Крыму, а судя по кадрам, ну, которые мы все чаще получаем, тут вы разделяете территорию... они будут по Крымскому мосту. Да. Ну все, Олечка, готуйся, получишь статью за дискредитацию, чего бы там не было.
Ось пропагандист Карнаухов на платформі Соловйова вирішив залити у вуха росіян чергову порцію брехні. Той жаліється, що за півтора року так званої СВО Росія слабенько веде підривну діяльність в інших країнах. Особливо, каже, недопрацьовують у країнах Балтії, а могли б там активно просувати свої інтереси. Таких дуже важливих, а у нас виходить розвивати подобні структури? Хто їх буде фінансувати? Можуть ли вони самі як-то генерити заробіток? Много времени сейчас, вот уже прошло все-таки полтора года СВО, это время колоссальной активизации, анализа того, что делается с нами в рамках мягкой силы. И на что я лично наткнулся? Конечно, подобные структуры не могут работать без спецслужб. Почему? Потому что им кто-то должен давать целеполагание. И тут я приоткрою вам тайну. Наши спецслужбы не работают в такой конфигурации. У нас нет подразделений, которые бы реализовывали подобные задачи. То есть мы не работаем по тем лекалам, которые, ну, объективно доказали свою эффективность. Поясню, почему. Вот, как мне кажется, вот первый очень важный аспект эффективности работы по продвижению наших интересов, в том числе, извините, по подрывной работе. Ее тоже надо вести. Россия должна вести подрывную работу. Вернусь к той же теме Прибалтики. Мы могли там разворачивать под камуфляжем структуру мягкой силы различные виды активности. И эта активность, она могла бы нас защищать от очень многих процессов, в том числе продвигать наши интересы. И мы могли вести подрывную работу. А это соединение какой деятельности? Это соединение специальных компетенций, то есть того, что называется там, работой разведки, и социальных технологий. А кто это может делать? Но это не могут делать гражданские люди. Это должны люди быть с колоссальным опытом, с ощущением вот, реального оперативного поля. Это бывшие разведчики, люди, вышедшие на пенсию. А потому подобные структуры – это такой для меня формат очень важный, который мог объединять внутри себя мощнейший кадровый потенциал нашей разведки. А наши разведчики чем занимаются? Ну, вот они выходят на пенсию, и все. Вот, и все на этом. Да, многие преподают, многие, ну, оказывают там шефскую помощь, но в целом это полноценная пенсия. Причем пенсия такая, часто не очень хорошая, потому что люди, привыкшие к иной интенсивности деятельности, вдруг попадая в сферу абсолютно невостребованности, чувствуют себя очень плохо. Это же касается контрразведчиков, не только разведчиков СВР. Это касается военных разведчиков, это касается оперативных сотрудников органов внутренних дел. К ним привыкли относиться очень упрощенно, но практика деятельности наших подразделений, именно милицейских подразделений в свое время в Афганистане показала, что это то, что обязательно нужно рано или поздно будет задействовать и использовать, потому что это совершенно иной подход. Ну, взагалі, більшість ваших шпигунів вже давно виявлена і депортована. А де, так би мовити, новеньких, кордони вже трішки зачинені. Зливний бачок кремлівська пропагандистка Скабєєва вже із червоних ліній перейшла на буре-буре. Берлін готов об'явити поставки крилатих ракет «Таурус» з дальністю польоту більше 500 кілометрів. Це весь Крим, Ростов, Краснодарський край. Тобто не просто красная лінія, це наша буре-буре лінія. Взагалі, останнім часом в ефірах пропагандистів можна помітити зміни. Ті, скоріш за все, тепер отримують методички, які розробляються на кожен день. Як подавати ту чи іншу інформацію, які теми більш тригерні, та будуть ще більше зомбувати російське населення. Зокрема, ті найчастіше розказують про буцімто корупцію в Україні, повний провал контрнаступу і різні жахалки. На платформі пропагандиста Соловйова вирішили розповісти, що дуже багато дітей із дитячих будинків, які були евакуйовані на Захід, зникли, просто розчинилися у повітрі. Оказується, що Україна дуже... детьми, особенно детьми-сиротами, которые активно вывозятся на Запад. Появляется все больше и больше свидетельств о том, что это происходит именно таким образом. Незаконный вывоз украинских сирот на Запад происходит очень масштабно. А вы знаете, а Россия при этом виновата, что она спасает украинских детей. Вот на ваш взгляд, вот давайте поговорим об этой проблеме, насколько она действительно масштабна, может быть, она раздута, мы должны допускать тоже такого рода вещи. И неужели Запад не понимает, что происходит? Я думаю, что проблема человека на Украине даже недооценена. Мы знаем, что на Украине... Украина стала центром, например, мирового суррогатного материнства. До 40% всех суррогатных материнств происходит именно на Украине. И в этом она опережает, например, и Индию, и Непал, которые еще совсем недавно считались центрами суррогатного материнства, но там правительства приняли очень жесткие правила и законы, практически закрывающие возможности передачи за границу таких детей. А Украина, наоборот, открыла очень широко двери для тех людей, которые хотят обзавестись ребенком, используя украинских женщин как инкубаторов. И этот рынок уже достигает 1000 человек в год. Почему Украина... Это
хорошо дают возможности Западу, и почему в таких странах, как Непал и Индия, это закрывают? Потому что никто не имеет возможности контролировать. А что же становится с теми детьми, которые вывозятся, с теми младенцами, которые вывозятся на Запад? Ну, бо хто ж хоче мати російські гени? Зрозуміло, що російське сурогатне материнство у вас геть непопулярне. І женщины получают какие-то деньги, и огромное количество посредников, и самая крупная фирма, которая занимается суррогатным материнством в мире, имеет свою базу именно на Украине. Ну, кроме того, мы знаем, что очень много детей из детских домов, которые были эвакуированы на Запад, они исчезли, они растворились. И тоже украинская власть вообще не предпринимает никаких усилий для того, чтобы выяснить судьбу детей из детских домов, которые попали на Запад. То ли их действительно там разобрали какие-нибудь однополые семьи, или их используют в качестве там рабов, или еще что-то. Ви вон взагалі подивіться на власну молодь, яка зовсім не цікавиться політикою і навіть не знає такого слова, як політв'язень. Вважаєте ли ви, що в Росії є політичні репресії, політзаключені? О, Боже, ми взагалі в цьому не розбираємося. Ну, як ви думаєте, може, ваша точка зрення? Не знаю. Вважаєш ли ти, що в Росії є політичні репресії, політзаключені? Я не знаю, що. Може, ти слышав об этом? Вважаєш ли ти, що в Росії є політичні репресії, політзаключені? Не знаю, извините. А в России есть политические репрессии, политзаключенные? Нет. Нету, да? А может быть, слышали, что вот недавно Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы? Что-нибудь слышали об этом? Нет, не слышала. Ні, ну нинішня російська влада точно може спати спокійно з таким підростаючим поколінням. До речі, щодо ось цієї молоді. На болотах скаржаться, що в багатьох регіонах молоді люди не хочуть працювати на сільськогосподарських підприємствах, навіть за хорошу заробітну плату. І, можливо, створення проєкту «Афродеревні» – це спроба віддати те, що просто лежить. Вопрос, наскільки вона своєвременна? Насколько она нужна? Ведь потенциал порядка 30 афродеревень открыть и застроить. При этом, насколько понимаю, речь идет о льготном использовании земель сельхозназначения. То есть в любом случае входящие условия, условно говоря, для человека, который прибыл из какой-либо африканской страны, будут гораздо лучше, чем для жителей той же Тверской области. Здесь возникает, опять же, очень много вопросов. В связи с чем такая щедрость? Да. Мы сегодня еще и поговорим о регулярном списании долгов странам Африки, потому что это тоже проблема очень, очень актуальная. При этом, кстати, многие, кто обсуждает вот эту тему с афродеревнями, они немножко не погружаются в детали, и здесь без всякого, упаси бог, расизма или расовой сегрегации, но просто поясним, что речь идет прежде всего о переселенцах-африканерах. Это буры. То есть потомки тех белых, так сказать, завоевателей, колонизаторов, которые пришли и когда-то в конце 19 века создали республики Трансвали Оранжевые. Угу. То есть, ну, такая деталь, она тоже должна прозвучать. Хотя, на самом деле, какая разница, так сказать, с каким цветом кожи человек прибыл из Африки. Поэтому вот этот пилотный проект, который стартовал в Тверской области, посмотрим, к чему он приведет. Я вижу здесь очень много спорных моментов, которые могут привести и к социальным столкновениям, и конфликтам интересов между местным населением и прибывшими. А, в общем-то, уже прибывают, потому что о чем не прибыть, если тебе дают плодородные земли сельхозназначения, на которых можно строиться, развиваться, причем на очень выгодных условиях. И я здесь в качестве хоть какого-то рационального зерна, думая над этим вопросом, пришел к мысли, что помимо того, что это некое привлечение внешних инвесторов с определенной рекламой, что вот в России хорошо, приезжайте. То есть некий такой миграционный поток, который может быть обеспечен не только из стран Средней Азии, но и, так сказать, с дальнего континента. Здесь еще есть и проблема того, что земли есть, а обрабатывать некому. В Курской области губернатор Старовойт создал несколько образцово-показательных сельхоз-агрокомплексов по типу колхозов. Там супертехника, там есть возможности для трудоустройства. Там, я подчеркиваю, для Курской области высокая заработная плата от 50 тысяч рублей. Просто если учитывать, что там средняя 10-15, то 50 – это хорошее. И в результате, я когда общался с представителями местной администрации, я говорю, ну и каков результат? Мне говорят, вы знаете, почти нулевой. Я говорю, так, а что? А работать некому. Я говорю, так, подождите, так вроде есть стенание от молодых людей в возрасте 30 лет и моложе, что хотим зарабатывать. Да, говорят, хотят зарабатывать, но вот, может быть, это не их вина, я сейчас не готов, я вообще не люблю никого обвинять, я люблю разбираться в обстоятельствах. Может быть, это вот отголоски вот этих 90-х, нулевых, когда людей приучили к гиперсоциальной безответственности. Но итог какой? Все эти ребята, которые должны вот эти 50-60 тысяч получать у себя дома, работая в агрокомплексе, едут в Москву поездами, охранниками. В Москве, как ни посмотришь, автостоянка, Белгород-Курск, Белгород-Курск, ну и так далее. То есть вот это, может быть, создание этих афродеревень, это попытка, ну, отдать то, чего лежит. Знаете, как это, собака на сене. Это та же история. Пусть хотя бы здесь начнут заниматься и развиваться. Может быть, этот пример окажется заразительным и позитивным. И вопрос начнется как продвигаться. Он, гауляйтер Херсонской области Сальдо, вирішив рассказать байки про відновлення Чунгарського мосту. На Чунгарском мосту тоже есть только три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему. А сколько это времени может занять, по вашему ощущению? Ну,
если там повреждения незначительные, как сейчас вот мне докладывают, то это займет максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня, извините меня, будем напрягаться. По Чангарскому мосту все-таки, вот этот коридор Херсонская область, Крым, сроки восстановления примерные хотя бы есть уже? Примерные сроки восстановления, не менее месяца, а то и до двух месяцев работы будут продолжаться. Ремонт идет своим чередом, там есть сложности. И какие? Сложности технического плана, которые сейчас, именно эти технические моменты, и специалисты инженерные, и военные специалисты, и гражданские изучают ситуацию, каким образом это сделать, ремонт произвести быстрее. І не могли пройти повз ось цієї парочки. Якийсь незрозумілий експерт на болотах з розумним виразом обличчя вирішив розповісти про якусь байдономіку. Що це штучно досягнутий, рівноважність, який стан американської економіки навіть подекуди з видимістю зростання. Але якщо всі підпірки прибрати, ось цей каже, все просто звалиться. І от встає питання, що ж таке байдономіка в цих условиях? Байдономіка, по суті, це искусственно достигнутое такое равновесное устойчивое состояние американской экономики даже при видимости где-то и роста, в некоторых отраслях прямо реального роста, это касается, в частности, микроэлектроники, поскольку за счет Тайваня, тайваньские компании эвакуируются, по сути, в Соединенные Штаты. Европейские компании бегут в Соединенные Штаты. Помните, была сделка, когда компания Bayer немецкая купила компанию Monsanto? Это крайне имевшую ужасную репутацию компанию, которая химикаты для Вьетнамской войны, чтобы поливать и леса, и людей изготовляла, и вообще генетически модифицированная, с генетической модификацией продуктов связана с грязными всякими технологиями химическими. По сути, это не Bayer купил Monsanto, а Monsanto проглотила Bayer, потому что работать-то Bayer будет, по сути, в Соединенных Штатах. Получается, что ценой создания внешнеполитической дестабилизации и гигантских расходов правительства, гигантских трат, Байдену удается ситуацию в американской экономике держать в относительно равновесном состоянии. Когда американцы ворчат, они, вообще-то говоря, не очень понимают. И в этом смысле байденовская команда, она может где-то за чаем с коньяком, за кофе, в грубых выражениях сетовать на американский народ. Потому что если все подпорки убрать, то все рухнет. Понимаете, каково положение? Байденомика – это система удержания, укрепления подпорок, создание новых подпорок под американскую экономику, в то время как этой экономике предстоит трудный путь деградации, дальнейшей деградации, потому что она идет очень долго. И в одной из своих статей, моя статья называлась «Посчитать Америку в золоте» или «Измерить Америку в золоте», я посчитал, как менялся американский ВВП из года в год, если в пересчете на золото. То есть мы знаем, что золото подорожало во много раз за последние 25 лет, и если посчитать американский ВВП, золоте, как посчитали бы экономисты 19 века, то мы увидим интереснейшую картину. Мы видим, что год за годом американский ВВП уменьшался. Уменьшался, становится все меньше. І це розказують ті, де геть зовсім не відчуваються санкції, накладених через війну, розв'язану проти України. Настільки не відчувають, що курс рубля продовжує впевнено падати у прірву. І ось ми іноді сміємося з того, що деякі представники путінського електорату неадекватно реагують на український прапор або на синьо-жовті кольори на бруківці. А ось на Смоленщині турбопатріот пішов далі. І зажадав зняти кандидата від «Єдиної Росії» з виборів, а все через прізвище Зеленський. Не кажется ли вам оскорбительным для участников СВО и всех патриотов, что у нас в Смоленской области на выборах Смоленскую областную думу от партии «Единой России» есть кандидат по фамилии Зеленский? Будь он золотой, оловянный, деревянный, но его не должно быть. Пусть приписывает фамилию, пусть снимает. Если он не снимет, нахуй после выборов. Но персонажа с фамилией Зеленский на выборах не должен. Ось так, коли накачуєш населення пропагандою, не варто дивуватися, що зіткнешся з наслідками застосування своєї зброї. А ще Путін, бува, нарікає, що росіяни їдять мало риби. На 6 кілограмів на рік менше, ніж належить за рекомендацією МОЗ. А тим часом росіяни просто жебраки та не можуть собі дозволити цю рибу купити. Рибу ми тут на Дальній Восток взагалі не видимо, вона по 500, по 400 рублів. Ще хтось із древніх греків сказав, що якщо держава, яка знаходиться у морі, і ціни на рибу, у нього дорожче ціни на м'ясо, воно обречено до вимирання. Горбуша 400 рублей. Мы на Дальнем Востоке мы рыбу не видим, потому что мы пенсионеров ее вообще купить не можем. Рыба в Приморском городе столько стоит не может. А ще на Росії скаржаться на підвищення цін у магазинах, хоча деяким, як вони кажуть, на такі стрибки їм все одно,
бо вони, після якоїсь там перемоги Росії, збираються поїхати. І знаєте куди? До ворожої Канади. По карману б'ють все время. Каждый поход в магазин это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене. Студенты, пенсионеры и те, кто работает на бюджете, для подруги работает, там ни премии, ничего нету. Поэтому тоже уже плачет. Либо идешь куда-то в коммерцию, либо где-то такое. А с семьей вообще тяжело? Вот. Конечно, а с семьей вообще тяжело, ладно там. Что-то покушаешь, что-то не покушаешь от заболевания, да, что-то может и нельзя. Хочется всего. Всего хочется. А лишнего не возьму. Ну, пока не волнует. А какие могут быть прогнозы? Когда начнет волновать? Ну, волновать начнет тогда, когда, дай бог, нам победы. Все это закончится, границы откроются. И тогда вот можно будет планировать что-нибудь. Куда-нибудь поездку. Например, в Канаду. Живем. Лишь бы войны не было. Остальное все нормально. Война уже есть. Ну, есть, конечно. Ну, лишь бы, да, больше не было. Больше куда. А что сказать? Лишь бы такое, хоть бы в дом не пришла. Да. Вот и все. Вот именно, чтобы был мир. Знав би цей середній клас, як зараз кремлівським важко. Це ж треба підготувати ненаситну пропаганду, утримувати палаци, купувати дорогу іноземну техніку, а ще ж яхти обслуговувати. А взагалі, ще трохи росіян треба буде заносити в Червону книгу. Адже знайти корінного жителя болота стає важче. Ти хто по національності? Татарин. Де? Туркмен. Азербайджанець. Хто? Азербайджанець. Узбек. 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 Таджик. Татарин. Татарин. Таджик. 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 Азербайджанец. Узбек. Таджик. Русский. Так, так. І здавалося б, кремлівський пропагандист Соловйов має радіти, що тепер УАЗ «Патріот» і «Москвіч» стануть найпопулярнішими автомобілями в Росії. Але ні, цей клоун має намір розорити саме «Мерседес». «Мерседес-Бенц» сказав ділерам, що все, відключають всі російські автомобілі від обслуговування. Ну, це значить, що? Це значить, вони продали товар, а тепер він став опасен? Де колективний іск цієї компанії? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую, которая возглавляет концерн? Это что такое? Они решили, деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят, а кстати, мы отключаем все от обновления и все прочее. То есть что, типа россияне, это как? В какой стране это возможно? Где гигантские иски против с арестом всех их собственности, если какая-то еще здесь осталась, с полным отказом в праве выкупа? Либо все. Я вообще считаю, что надо многомиллиардные иски подавать. И просто засудить. Mercedes-Benz полностью уничтожил свою репутацию. Навсегда. Ее больше нет. Просто нет. Ну, сподіваємось, що тепер вони таки точно пересядуть на свої лади. До речі, із цікавого. Тут колишня глава МЗС Австрії, Карін Кнайсель, на весіллі якої був і танцював Путін, вирішила переїхати жити до Росії. І тепер розповідає, що для неї Рязанське село Петрушево краще, ніж Мальдіви та Сейшели. Маленький дом, деревний дом. А Петрушево, зараз всі не знають, де мій дом, де Петрушево. Так-так. І мені подобається, тому що це мир, я розумію, це мир, коли взяла дівчинка. А бабушки, бабушки, это плавать на реке. На реке? На реке. Это хороший мир. Да, мне не нужно Мальдив или Сейшели. Это лучше. Ну, попри це, дуже скоро від такого розкішного життя вона втече до Лівану. Каже, там проживала останнім часом і туди поїде назад.
Здається, життя у Петрушева не таке вже й солодке. І погляньте, якого персонажа зустріли росіяни у США. Це міністр із Російської Республіки Комі, який поїхав до США і тепер там працює далекобійником. Денис Шаронов виїхав із Росії після того, як минулої осені отримав повістку на війну. У США він чекає на політичний притулок. 7 років ви були міністром в Росії. Зараз ви працюєте на бокс-траке. Нет ли вот этого ощущения, что как будто бы вы по лестнице социальной спустились куда-то вниз? Абсолютно нет, но это, наверное, связано с тем, что я уже до этого студентом был, 28 лет назад, год здесь отучился, проехал Америку и понял, что тут по-другому относятся к рабочим специальностям. Чтобы достигнуть какого-то социального положения, тебе надо пройти по головам, через интриги что-то, повесить себе погон, а тут-то такого нет. Здесь человек труда, чем бы он ни занимался, если он этим нормально занимается, он уважаем, даже вот в нашем понимании, уважение профессии, мне кажется, тут оно по-другому немножко. Он же делает, он же получает зарплату, да. Ему это нравится, он это может, да? Делает хорошо. Делает хорошо, все. Вот когда это понимаешь, то вообще не учитываешь, да, насколько это престижно, солидно, дауншифтинг какой-то состоялся. Абсолютно нет. Я к этому, ну, отношусь по-другому, что я автотурист, которому там иногда груз закидывают. И да. Платят деньги, да? За словами Шаронова, с посады министра его звільнили после конфликта с главой региона. У липні 2023 року арбитражный суд міста Краснодара визнав Дениса Шаронова банкрутом. Тут з'явились дуже цікаві подробиці щодо вибуху нібито на АЗС у Махачкалі, внаслідок чого загинуло 35 людей, і ще сотня отримали різні поранення. Так от, вибух міг викликати російська ракета, яка просто не долетіла до України. Російські журналісти вирішили опитати мешканців сусіднього Каспійська, розташованого поряд із Махачкалою. Саме звідти російські бомбардувальники запускають ракети у бік України. Виявилося, що перед вибухом близько 21.00 того вечора місцеві жителі чули шум, схожий на звук пуску ракет. Дагестанські джерела вважають, що одна з таких ракет, яку випустили російські літаки, не долетіла до мети, а впала на Махачкалу. Але ж пропагандисти продовжують в ефірах у всьому звинувачувати заправку. Не можем не упомянуть ужасающую вот эту трагедию в Махачкале. Огонь вспыхнул на территории автосервиса, это окраина Махачкалы. Вроде как там проходили какие-то работы. И затем прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар на АЗС, которая находилась рядом. Сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар. Жители Нової та Волжанки, та що в Білгородській області, які регулярно чують бавовну, просять Путіна переселити їх у безпечне місце. Владимир Владимирович, к вам обращаются жители села Новой Таволжанки Белгородской области в связи со следующими обстоятельствами. Обстрелами со стороны Украины были разрушены и повреждены наши дома вместе со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими. Однако, несмотря на значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей, у нас не введен режим ЧС, что нарушает законодательство и лишает нас законного права на компенсацию. Окна выбиты! Двери поломаны. На крыше сидели. Дело в том, что внук боится. Мы боимся. Что нам делать? Мы обращались. Дочка звонила. Никто нас не слышит. Мы живем в самом конце улицы. На наш край никто не приезжает. Не хотят ехать к нам строители. Не хотят ехать руководство. Никто ни разу не посетил и не посмотрел, что у нас там творится. Разбитые дома. У нас во дворе дом и времянка разбиты, жить негде. Мы пенсионного возраста люди уже. Мы хотим дожить спокойно, жить с вами. Дайте нам, пожалуйста, возможность получить компенсацию за жилье. Мы хотим переселиться отсюда. Еще раз. Путіна, який розпочав війну, внаслідок якої обстрілюють їхні будинки, вони просять їх переселити. Тобто припинити війну вони чомусь не просять. Дома згоріли повністю. У нас діти там від 7 до 13 років. Обстрілів бояться. Ми б как бы хотіли компенсацію за наші квадратні метри. В зв'язку з тим, що ми хочемо, як і всі, для своїх дітей хорошого будущего. Ми в Білгороді построїли, купили б где-то квартиру. Проживати на даній території зараз очень-очень опасно. Недоексперти почали розповідати казочки про Францію. Буцімто там закриваються перукарні. Люди позбавляються домашніх улюбленців, а бензин взагалі
коштує 2 євро. В то время, как новости из Франции идут очень негативные, вот даже такие мелочи, например, во Франции закрываются массово парикмахерские, а люди отказываются от того, чтобы ходить в них, потому что, во-первых, это дорого, и, во-вторых, очереди большие возникают. Или, наоборот, такие новости, как переполненность приютов для домашних животных. Оказывается, французы избавляются от своих домашних питомцев, потому что теперь это дорого содержать. 2 евро стоит литр бензина теперь во Франции. Это тоже, как говорится, официальное заявление. По курсу это вообще неподъемные деньги. Вообще неподъемные деньги, да, переведите, как говорится, на этот самый. Ну, зате в России якась благодать. За ціле євро можна купити аж 2 літри бензину. І не факт, що вже завтра і те можна буде зробити. Тим часом колега російського оленєвода, міністр оборони Білорусі Хренін, заявляє, що можливість прямого військового зіткнення з НАТО в майбутньому стає дуже очевидним. Военные политики стран Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин. В доктринальных документах продолжают закрепляться претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется путем применения военной силы. Она начинает рассматриваться как основное средство отстаивания национальных интересов. Снижается порог для принятия решений на ее применение. В национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в число которых входит и Республика Беларусь. Мы понимаем, что на пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначно. Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной. На сегодняшний день все маски сброшены. Истинные планы Запада уже открыто звучат из уст високопоставлених должностних ліс. Ось ця жіночка розповідає історію КПСС всього за кілька хвилин. Послухайте. Історія КПСС в 2 минутах. Як тільки умер Ленін, оказалось, що второй чоловік в партії, товариш Троцький, предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. И тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию. Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик, и сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем, а вместе с ним и большая часть Политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и прикнувшего к ним Шипилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым. Прошло несколько лет, и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя. Потом было еще двое, которых никто не запомнит и не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов. Но он-то сейчас все исправит. И тут СССР развалился, а Горбачев оказался врагом и предателем. Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС. Из сети. Всем бай! Ну, я б сказала, що це не тільки про КПСС. Це вся історія Росії. Ще з часів Юрія Долгорукого, якого вигнали з Києва як предателя, вредителя і заколотника. І подивіться, якого персонажа зафільмували у Польщі. Ось цей чоловік почав розклеювати листівки з запрошенням вступити до лав ПВК Вагнера. До слова, посилання на цих листівках ведуть саме на російський сайт, де вербують найманців. І такі листівки почали з'являтися як у Кракові, так і в Варшаві. На щастя, поліція Польщі швидко відреагувала і вже затримала 2 громадян, ну, звичайно ж, Росії. Їх підозрюють у шпигунстві. Друзі, ставте лайк, ну а з мене наступний випуск.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова